I think the girls with their nails done now. Всем здорово, ребят. Ну что, наконец-таки свершилось, и я дособирал у себя полностью все сегодня гаджеты. Должен был быть, знаете, такой веселый видосик, но я побегал с утра и, блядь, посливал дохренище кубков из-за мудил, которые есть. Одного из них я вам сейчас просто покажу. Вот, честно говоря, я думал, ну ладно, бывает, подвисает. Но есть долбоебы, которые реально просто тупо фейлят катки из-за того, что им просто делать нехрен. В общем, где там у нас бои? Сейчас покажу. Там мы бегали. Вот. Смотрите внимательно на бой. Вот наш товарищ мистер Джонин Молин как-то Тор, блядь. Ну, короче, дебил еще тот. Вот реально. Вот посмотрите внимательно. Просто тупо не дамажит. Он себе просто бегает. А на него даже, кстати, что-то... А, вот. Просто тупо чувак стоит и херачит по своим. Ну, то есть ему реально пофиг. И знаете, я думал, что ладно, там есть, возможно, там его друзья, он сливает. Такое тоже бывает, и тоже это осуждаю. Но вот это вот долбоебизм, самый что ни есть настоящий. Еще меня и подвисало. Плюс в итоге мы вдвоем должны были тащить катку. Но вот посмотрите, из-за таких вот, не знаю, вот просто то бывает кидают аутсайдеров, и ты против десятых сил, и ты ни хрена не можешь нормально сыграть. То бывает вот такая вот тема. Ну, вроде забрали, все гуд. Он просто тупо себе стоит, ему хер забил. Вот. Я не знаю, как таких мудил называть. Я думаю, у многих они встречались. И знаете, это было бы просто, ну, я бы как бы пропустил. Такое довольно-таки часто есть, что подвисает, еще что-то. Он просто тупо стоит, он хрен забил. Чувак просто тупо сливает. Вот здесь мог добить, хрен добил. Ну, то есть... мудила. И знаете, потом я думаю, ладно, то такое бывает, подвисает, это у всех бывает. Но потом я захожу в следующий бой сразу же, и как ни странно, он появляется у меня в противниках. И знаете, два раза уже, это уже не совпадение. Вот опять то же самое. Вот мудила просто тупо сливает остальным кубки. Смотрите внимательно. Та же самая катка у нас. То есть я попался сразу в следующем бою против него. То же самое аналогично делает. Это реально, это просто вымораживает. Когда ты особенно в рандомчике играешь с рандомами, да, там разные силы, тебя бомбит. А тут просто тупо еще, блядь, есть любители подосрать. Ну, то же самое. Он просто тупо стоит и... Короче, ладно, не будем об деле. В общем, будем о хорошем. Наконец-таки я до обновления собрал полностью фуловый аккаунт. Я думал, это будет плюс-минус, но повезло. И в итоге я собрал полностью на всех героев гаджеты, пассивки. В общем, у нас... опять фуловый аккаунт. Ну, завтра, по идее, будет обновление. И я не знаю, у меня нету сундуков, чтобы вытащить нового героя. Скорее всего, мы будем его так доставать за донатик. Ну, посмотрим, в общем. Это пока тайна. Как мы его будем доставать? Ну, я надеюсь, мы его вытащим. Ай-яй-яй, блядь. Блядь!
Давненько я, кстати, на Морте не играл. Ну, сейчас опять, я не удивлюсь, если там у меня будут четвертые и пятые силы. Блять, нихера не сделаешь. Да сраки этот весь бег. Блин, давненько я уже им не играл, конечно. Ладно, тут такое. Сегодня день слева. Блять, ну. О чем говорить, вот реально, о чем можно говорить? Вот меня просто убивает этот подбор, да. Вот, подбор, я бы лучше играл против десятых сил с десятыми, нежели, блядь, у меня были напарники вторая сила, которые, по сути, убиваются с одной из двух тычек. Но это реально вон, и опять та же самая тема. Понятно, что я рукожоп. Но это просто тупо вымораживает уже. Нормально он лопатой херачит. Ну, против нас, блядь, десятая. Короче, веселуха. Я не знаю, первую неделю хоть просто тупо не пуш кубки, либо, блядь, только чисто со своими тиммейтами. Потому что это реально просто, блядь. Трэш какой-то, блять, еще и подвисает, но ну, это вообще, это просто дорогого стоит. Да, блять, ну что такое-то, а? Ребятушки, ну что вы, блин, такая тима, конечно, тоже. Хорош! Красавчики! Батька. Батька что-то попробует сделать. Что-то попробовал. Ну, блять, ну, я говорю, вот от этого просто вот бомбит. Вот реально больше всего бомбит. Посмотрите, опять пятая сила, девятая сила, а против десятки. Просто, блядь, ну, какой-то трэш. Хоть или в одиночное иди, просто там задротствуй в шедешки, чтобы апать кубки. Ну, я не знаю, либо с тиммейтами, потому что нервы. Ну, я люблю 3 на 3 играть, потому что здесь можно побомбить, но подбор после прошлой обновы просто, блядь, убивает. И, кстати, я начал играть на планшете, потому что гаджет просто тупо задеваешь. Здесь хотя бы пространство надо привыкнуть. Тоже, знаете, такое. Не успел. Не успел. Ну куда ты бежишь на них? Ну это пиздец. Ну куда ты на них бежишь? Ну это, блядь, просто какой-то, блядь, трэш, честно скажу. Я уже, блядь, не могу. Вот что я, блядь, могу тут сделать? Ну нихера я тут не могу сделать. Ну добили мы его. Этот, блядь, бежит на них. Ну это просто, блядь. А, вот у тебя, блядь, кристаллы. Ты видишь, блядь, что бегут. Блять, ну чуть-чуть не хватило. Совсем чуть-чуть. Блять, опять его убили. Ну это просто, блять. Не знаю, у меня уже слов нет.
Да ты что, мы ведем, ничего себе. Это было ненадолго. Ну, ни хера сделать не могу. Хорошая катка. Но толку от этого никакого. Блять, о чем я говорю? Седьмая, восьмая против десятки, блять. Оно вроде кажется, да какой нахер? Оно вроде кажется, знаете, ну ладно, там девятая, десятая, но разница очень большая, особенно в пассивке, блин, ну небо и земля. Ну я не знаю, этот рандомчик реально убивает просто. Желание играть в 3 на 3 с рандомами просто тупо пропадает. Особенно когда ты хочешь пушить кубки. Ну, относительно я имею в виду. И гитарист. Еще и подвисает. Просто писец какой-то. Короче говоря, вы меня все поняли. Это трэш. Блин, надо Мортисом начать играть побольше. Хер, хер, блядь, их убьешь один, всех не перебьешь. Да беги, блядь, оттуда. Нормально попалось. Среди пяти каток одна катка, короче, попались десятки. Ой, короче, вот такая вот фигня, ребят. Не знаю, эти кубки, конечно, печально. Вчера просто на изи взял 21к, сегодня с утра минус 60. Нечего сказать. Просто вот у меня появилось два недостающих. Ну, я не забираю, завтра подожду обновления. В общем, такие вот дела. Опять фуловый аккаунт, но это пиздец. Это просто бомбежка дикая, когда у тебя попадаются такие тиммейты, а еще и попадаются специально мудилы, которые сливают катки. В общем, все. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.